Всех приветствую у себя на канале. Сегодня у нас 23 апреля. Открыл я вот пчелок. Хочу поставить им надставку. 230-я рамка с разделительной решеткой. И вот только я открыл эту семью, а у меня тут катастрофа. Пошел рой с этой вот семейки уже. Первый рой в этом сезоне. Так что бросаем ту семью, сейчас возьму какую-нибудь тряпочку, прикрыю их, то, что открытый улей, и будем ловить рой. О, подготовил раевню поставить. Ай, может прямо на улей сяду. Натер котовником. Хотела сегодня расширять эту семью. Вчера не получилось уже последнее расширить. Хотел сегодня расширить, вот после тех уже. Так, наставки поставлю. Даже не вышло. Роя я не ожидал, конечно, такую рань. Это буквально 3 дня, как пошло тепло днем нормально. И пошло тепло, и пчелы решили роиться. Бляха, к соседям в огород лежу, пошли. Сейчас поглянем, что тут творится. Ага, соседи летают, ну назад идут, наверное. Матка еще не успела выскочить, может в раевню пойдут. Или совсем не вышло, да? Это. Если удастся словить матку, мы ее уберем, наверное. И будем 9 дней спокойно работать так. Пчел много по земле бегая. Давай, взлетай.
Нет, подойти надо. Буду матку глядеть. Может, где ползает. То, что пчелы по земле. Ну, покуда еще бегут сулья. В том году они рано тоже роились. Получается, что ранние раи выпускает эта семья. Может, я ее все-таки вот отроилась, разделю на две части, закажу маток, бакфаст туда подсажу. Бакфаст. Куда они пошли, непонятно. Вокруг. Не знаю, что делать лучше. Ждать, блин. Семейку я прикрыл мою эту, что хотел глядеть только что. Вот того накрыл. Холстиком такими крышку закрыл, чтоб солнце не пекло. Так что покуда спокойно тут побудем. Куда-то трой пошел. У соседей. Так, может, прийти назад. Короче, беру я эту нашу роевню, пойду туда на дерево вешать. То, что уже сюда не вернутся. Он уже отошел. Малость. Не успел, не ждал. Опа. Он на яблоне. На яблоне, скорее всего, плюются, что. Куда мне залезть? Будем, короче. Ой-ой-ой-ой-ой. Пчелы. Нарабили работы лишней. В мазуте эта штука. Ладно, потом руки отмоем. Полезем к соседям. Так, фотик я поставлю, чтобы не таскать с собой. То, неудобно и так лезть. Думаю, слоем. Да. Пчелы уже сливаться начали, сейчас забираем. Крышку подклинивал сейчас.
Смотрели.
Ну вот, словил пчелок уже. Стали слетать немного. Сейчас позагоняю остальных. Ладно, будем заканчивать. Пчелы уже в районе. Осталось закрыть и забрать. Всем удачи, до свидания.